Всем привет и добро пожаловать на мой канал Этнографика, посвященный истории и культуре народов Северо-Западного Кавказа, а также истории региона в целом. Меня зовут Виталий Штыбин, я историк, этнограф, специализируюсь на культуре черкесов, адыгов, одного из коренных кавказских народов Северо-Западного Кавказа, а также в целом на истории региона, как вы уже поняли из названия этого канала. Тема эта мне достаточно близка, и здесь я стараюсь делиться с вами какой-то полезной информацией, которую нахожу сам в процессе исследования интересующих меня тем. А на тему культуры и истории черкесов-адыгов я даже недавно написал плотную книжку под названием «Танцы, горы и каштановый мед», о которой вы можете подробнее узнать на сайте shapsukbook.com. Ссылочка здесь справа вверху. На моем канале я стараюсь выкладывать в первую очередь видео, которые вот записаны студийно, в которых я делюсь какой-то полезной информацией, которую узнал, и раскрываю какие-то вопросы, связанные с культурой и историей Кавказа. Иногда я делаю выездные интервью с разными специалистами, снимаю циклы лекций с ними на заданные темы. Иногда делаю полевые выездные такие съемки, мини-фильмы, ну, допустим, по изготовлению адыгского сыра. Ролики на моем канале выходят регулярно. Раз в неделю по вторникам в 19:00 выходит основной ролик этого канала, тематический, связанный с основными какими-то плейлистами. Вторым время от времени будет появляться ролик справочный по воскресеньям в 19:00, в котором я буду рассказывать какую-то полезную информацию, например, там, как найти своих предков или как издать этнографическую научно-популярную книгу. Также хотя бы раз в две недели по средам 19:00 я буду проводить прямые эфиры, в которых буду делиться обзорами на разную литературу, которую я прочитал, кавказоведческую, в целом этнографическую, краеведческую и так далее, которую мы сможем сразу с вами обсудить в чате. Также в чате мы можем с вами обсуждать и остальные ролики, потому что они будут публиковаться в качестве премьеры. Вы будете знать о них заранее, и первый просмотр этого ролика в день его выкладки будет сопровождаться чатом, в котором можно будет пообсуждать увиденное. Да, дальше он просто опубликуется и будет доступен к просмотру. Все ролики объединены, сгруппированы на канале в плейлисты удобные. Можете ознакомиться с ними в графе «Плейлисты». Там основные категории – это этнография, это история, это археология и путешествия. Ну и более тематические вещи, конечно, тоже разбиты по определенным плейлистам для вашего удобства. Кроме того, о том, как поддержать мой канал в развитии, как стать спонсором и войти в закрытый круг подписчиков, в котором будут доступны эксклюзивные видео и разные бонусные материалы, можете посмотреть в отдельном видео, посвященном спонсорству. Там очень много разных вариаций, способов, предложений о том, как можно поддержать канал и что-то получить от этого взамен положительного. И я надеюсь, что тема моего канала будет вам интересна. Я со своей стороны постараюсь сделать его максимально интересным и насыщенным, этот контент. И подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на кнопочку колокольчик справа от подписки для того, чтобы вовремя получать уведомления о свежих и новых видео. Ставьте лайки, комментируйте. Делитесь этими видео с друзьями и до новых встреч в эфире. Всем пока!